Папа, теперь, когда ты решил повидать мир, мне нужно тебе кое-что сказать. Видишь это? Да. Это дерьмо. А это полироль. Дерьмо. Полироль. Сынок, с тобой все будет хорошо. В какой город ты отправишься первым? Я решил поехать в Сент-Луис, ведь оттуда была эта радиотрансляция. Не забудь, Господь любит того, кто много трудится. Господь любит того, кто трудится. И, сынок, никогда не доверяй белым. Никогда не доверять белым. Господь любит трудяг, не доверять белым. Милый. Папа. Пьер, иди сюда. Не забудь вырасти. Пришли нам открытку. Удачи тебе. Пока, Мэйвин. Не забывай писать. Так, отпустите парня. Пока. У нас много работы. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Обязательно, мам. Знаю, оно меня ждет. Это точно. Если ты его подхватишь, сходи к врачу, он тебя вылечит. Сходить к врачу, он меня вылечит. Удачи. Господь любит трудяк, не доверять белым. Сходить к врачу, он меня вылечит. Пока, бабушка. Я очень скучаю по Нейвину. Он когда-нибудь вернется? Убери его тарелку, Сэдди. Она навевает тоску. Интересно, все ли у него хорошо? Нейвин, как у тебя дела? Не волнуйтесь, кажется, я вижу машину. Нет, это грузовик. Это грузовик. Господь, позаботься о нашем мальчике. Я путешествую автостопом. Куда направляешься? В Сент-Луис, а вы? До конца этого забора. Хорошо. Я Нейвин Джонсон. А вас как зовут, сэр? Приехали. Спасибо. Спасибо, что подбросили. Надеюсь, когда-нибудь я смогу отплатить вам тем же.